Ну, понятно все, да? Пока я висел, меня благополучно грохнули. С одной стороны, это и хорошо. Потому что можно пофармить вот этих вот. Или не пофармить. Блин, эх, и жесткие. Да дай мне тело свое, гад. Слушай, не дает. Не успел вылечиться. Фармить их, конечно, вдвоем. Не, ну. Я ж просто, как сказать, осторожничал, чтобы его раньше времени не убить. Так-то они не очень. Так, где еще один? Ну пойду уж добью, раз пришел, чё. Ладно. Пойду теперь вот сюда схожу. Здесь тоже есть комнатка потаенная. Так, вот этих только. Здесь квест вот Джо, который в трубе. Которая я в трубе. Ну и вот, собственно, вот эта комната. И тут... А вот это вот не она, случайно? Наверное, да. Чё я взял сейчас? Я опять про слово почел, что взял. Или я ничего не взял? Это не то. Ну, наверное, да, вот это вот она и есть. Вот это вот, наверное, Джо, а это ее Микки. А в трубе, даже не знаю, дух ее сидел. В общем, не до конца понятно, но тем не менее. Ладно.
Was Rome built in a day? We all know the answers to these questions. Вот здесь жесть начинается. Особенно на первой игре. Потому что тут появились еще вот эти вот. И они плюются теперь станищами. Зарядами. Да-да-да, и очень больно бьют. Кроме того, тут вот эти вот мешают, потому что на них лох отвлекается. И кроме того, ну этот понятно, это тут был. Так, стоп, надо с другой стороны зайти. Нет. Вот. Видишь, что? Whatever it takes, we will build a utopia for all. И кроме того, тут вот этот чувачок, которого можно фармить. Аккуратно, потому что не очень устойчивый. Кроме того, вот открылась вот эта хрень, которую я снизу открыл. Это... шест. А, нет, здесь просто вольфрам. А на первом, при первом похождении выпал вот этот шест. Сейчас покажу, где он. Вот этот. Описание у него интересное. Т-сведения. Кармина, экспериментальный и строго засекреченный портативный манипулятор для управления нанитами. В отсутствие подготовленной производственной схемы Кармина перезагружает программу, находящуюся в непосредственной близости нанитов, и притягивает их к себе, формируя массив наноматериала. Наноматерии. Ничего не вижу. Наноматерия постоянно перестраивается и меняет форму до тех пор, пока не получит новые протоколы. Острая и очень плотная кармина с легкостью прорезает любой, даже очень прочный материал. Вообще, я думал, что этим копьем можно перезагружать вот эти наниты, которые, ну, будут чуть попозже. Потому что такое описание, блин. Я думал, наверное... вот это вот копье берешь и перезагружаешь их. Ну нифига, не работает. А жаль. Очень жаль.
together? Hello. Так, ну свои 40 штук я просрал, нет? Нет, нет. Так, ну-ка, давай-ка. Уровень. Ну, ноги нет у меня до сих пор. Please tell me you found a leg for Maddie. I've been trying, but the damage... There's no way. Нет, нет ноги. I should leave. Take care now. Нет ноги. А где же, блин, где же я находил-то? Очень интересно. В общем, я тут его пофармлю чуть-чуть. Я это записывать все не буду, потому что с него падает 9-й ап. Вот, 12, еще 5 штук надо. Ну и руки, ноги тут до 9 уровня. Конечно, записывать не буду, ну потому что сколько можно, да? Но тем не менее, сам я пофармлю. Как нафармлю, включу запись. Так, ну короче... С него падает только тело и в общем тело я могу апнуть. И я могу тело апнуть еще дальше, да? Да. Это что? Это нога. Нога. А руки с него не падают. И башки что-то я не наблюдал. А, вот это могу апнуть. Это что? Это ноги, да? Могу ноги апнуть до 10 уровня. Если деньги найду. Деньги-то я найду. У меня консервов. Все это изрядно стоит. Все эти удовольствия изрядно стоят. Ну, на эту десятку все равно не хватает. Все, осталось две руки. И голова. Но с него головы не падает. А также я не знаю, где...
Где же все-таки нога? Очень странно, очень странно. Я в прошлом прохождении вот так вот тоже бегал, что-то фармил, фармил. И раз, и нога появилась. Откуда? Откуда она у меня взялась, я до сих пор не знаю. Ну, то есть вот оно, тело и нога. А, не, вот рука появилась. Очень странно как так. Хорошо. Рука есть. Я думаю, вот с этих падает. Если вот на ногу переключиться. Может их кританнуть тоже можно как-то? В общем, все это очень странно. Нет, они дохнут. Ну, не знаю. Может, правда, кританнуть их можно как-то? Я просто не обращал внимания. Ну-ка, блин, я даже не знаю. Every day your work benefits the future of man. Welcome, Warren. Happy to help. Please return after the area is secure. But together, we can do it. А вот левая рука появилась. Странно, не было вроде. Ну ладно, давай попробую хвост отрублю вот этой хренью. Так. Груда металлолома. Ну и чё? В общем, блин, я даже не знаю, что рассказывать. Просто если я сейчас пойду дальше, потом я сюда, если когда вернусь, он уже умрет. И она будет одна здесь. Это уже... Я так делал. Но где найти ногу? Может быть, эти ноги с тех вот падают, с роботов? Чувак, отстань, а. Может быть, они вот с тех роботов падают?
Ах вы падлы. Это ядро. Ну да. Все правильно. Никаких претензий. Совершенно все верно. Please remember, safety of the world is our highest priority, and regarding yours. The world built in a day. We all know the answer. I know. We're all in peace. Every passing day, every long time, project resolve, evolve. Пойду схожу тогда вот сюда, попробую робота завалить. Может быть, с него что выпадет. Ну, то того, сварщика, может, со сварщиков надо фармить. Ноги, хотя как, блин, с них вроде ноги не выпадают. Я не знаю, блин, ну где-то же я ногу нашел в прошлый раз, ну. Отдельным вот таким, как бы, таблички не выскакивало, что там вы нашли ногу там, Мэдди. Не было ничего, я точно могу сказать. Хотя, конечно, могу про слово почить запросто. Я просто вот так же бегал, что-то фармил тут потихонечку. И раз, бля, нога появилась откуда-то. Я такой удивленный. Попробую робота стукнуть. Ладно. Эй, парень. Так, а где, кстати, роботы-то живут? Thank you.
Так, вот здесь робот, да? Угу. Ну и как, допустим, допустим. Добыча, нога робота. Во! Отлично. Все. Еее! Теперь я знаю, где это. Вот теперь, да, теперь, наверное... Да, вот. Нога робота. Все. Господи. Сколько я башку-то ломал, где я ее взял. Господи. Я даже по этому поводу... Ладно. Блин, главное, чтобы не зависло. Ну, а ты в прошлый раз так же, наверное, было. Я просто прослоупочил, и все. Да-да, я знаю, я знаю. Что с вами нельзя так биться? А мне пофиг. Блин, мы тут вдвоем. Страшная зараза. Вот-вот-вот, да-да-да-да-да. Блин, ну зачем? Ну зачем? Да я не вдвоем убью, конечно. Эх, надо было уклоняться, а я слава бог. Ладно, короче, ну их нафиг. Блять, иди нахер, а? Со своей читерской херней этой. Блин. Ты еще тут. Не дадут зайти. Не дадут, я знаю. Паскуда. Да. Сука. Где эта тварь? Блин, опять вдвоем. Лок, твою мать. Ах ты, сука. Блин. Уходи, 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 уходи. Да ты, блин. Что, не достали, а? Дайте мне робота вылечить, суки. Блин, нет. Еще что-то там пришло. Как же вы достали. Вот это жесть, конечно, была. На, чувак, я тебе ногу принес. Меня чуть не убили. Take a look at this. Can you make use of it? Yes, perfect. Thank you. I can't tell you how grateful I am. I don't have much you'd find useful, but please take this in return. Everything's going to be okay now, Maddie. Что даст еще? You'll be running around in no time. You'll see. Какой у тебя план? So, what are you gonna do now? You mean as soon as Maddie feels better? Try to get out, I guess.
I don't know what's going on here, but it's not improving. So, you know, I'm not going to take any risks. Ну пока. I should leave. Take care now. You too. Все. Что он дал? Повышение выносливости. Третий уровень. Ну, понятно. Пока. Так, еще три уровня и будет 115. Хорошо. Ну, на три уровня-то я насобираю. А тут что-нибудь можно? Да, руки можно. Одну. Так, сейв был? Нет, сейв. Давайте сейв. Хочу сейв. А, все, сейв был. Ну все, я серию на этом закончу. В следующей серии, следующая локация. Пока.